Григор Матвесян. Пойдем, брат. Это помоем хорошо. Давай я возьму. Много крови. Мясную продукцию для данного выпуска мне предоставила мясная лавка «Хлеб и мясо», которая находится по адресу улица Грибоедова, 69. Также у них есть филиал в Москве, который быстро доставит вам 100% халяльное мясо. Полная информация в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. Друзья, ассаламу алейкум, приветствую всех, вы на моем канале. Сегодня в гость из Сочи Григор Матвесян. Приветствую всех, я являюсь бойцом SEA. Сегодня будет наш брат готовить армянское блюдо, называется тек-жижик. Будем смотреть и пробовать. Все, смотрите дальше. Что нам понадобится для этого блюда? Говяжье сердце, печень и почки. Мы сейчас нарежем и потом очистим и промоем хорошенько и начинаем. Сначала сердцу режем. Я сегодня пока научу Григору, как армянское блюдо готовить. И он будет дегустировать, как получилось ли. Вот эти трубки убираем. Нам не нужны. Так, мы снимаем пленку, вот, с помощью пальца идем таким образом. Пленку обязательно надо снять. Такое ощущение, что я уже в Армении. Да? Хорошая, видно. Да. Пойдем, брат, это помоем хорошо. Давай я возьму. И сердце тщательно. Да, почки закончили. Ага. Много крови. А видишь, сколько выходит? Надо хорошенько его прям помыть, чтобы кровь. Все. Хочешь я покачу? Давай, помой. Все осталось. Все. Так, нарежем. Сначала печень. Мы режем потоньше, можно резать его кубиками, так мы голодные еще, у нас уже 2 часа, поэтому, чтобы побыстрее приготовился, нарежем потоньше. Второй. 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 Давай. Соберем сюда. Угу. Вот эту сковородку можешь сейчас убрать. Давай, а, вот так. Да. Удобно. Ну, вот так. Нет, нет. Нет?
тебя сейчас научу, брат. Вот. Воздух должен во все стороны заходить. Он быстрее загорается. Еще пару лет и весь мир будет знать его. Так, мы нарезали печень и сердце и почки. Теперь будем обжаривать. Это лишнее, пока нам хватит. Нас только четверо собрались. Еще у нас другой выпуск и другое блюдо будет. Так что у нас сегодня насыщенный день. Подожди. Как мне? Наберешь, брат, если что. Если что, мы не будем спасать. Сюда садись ты. Так, наливаем масло подсолнечное. И еще у нас есть сливочное масло. Добавляем сливочное масло тоже позже. Вот. Все. Сейчас нагреем хорошенько сковородку и все. Будем отправлять наши потрошки. Наше масло нагрелось, теперь отправляем сначала сердцу сковородки. Дальше почки. Все вместе так. Готов, новое блюдо узнал, армянское. В России я еще не видел, что вот так делали чисто. Добавляем соль. Черный перец. Паприка копченая. Так, режем лук соломкой. Когда у тебя диета, весогонка, короче, что там больше хочется кушать? Вообще. Всегда, да? Да. Всегда ну... по-разному или что? Да, по-разному, брат. Больше люблю гамбургеры. Бургеры, да? Да, полу. Вот, да, вот такие вещи тянет, да, конкретно. Любимое блюдо какое, брат, у тебя? Моя долма. Долма, да? Чисто армянский даже? Да, это самая мощная, брат. А как тебе чеченская кухня? Нравится да, тебе? Да, тоже шикарная. Нравится? Именно, что больше нравится? Именно? Да, их же много, брат. Вот эти галушки? Галушки, да, вот. Они очень тоже и еще вкусные. Очень много вот другие, которые приезжают сюда. Им нравится больше вот эти тыквенные. Видел? Тыквы такой тонкий. Да, да, да. Да, кстати, моей семье тоже нравится. Детям нравится. Да? Это, да. С картошкой. Он какой десерт. Да, да, с чаем его. Да, с чаем. Да. Самый, да, вот это серьезное блюдо тоже. Нарежем теперь помидор средне кубиками. Все равно будем жарить. Ну что же, острый, это? Да, брат? Да. Помидор, да, да, перец добавим, зелень побольше. Армяне, я примерно знаю армяне, что ли, зелень побольше, там острые, да такие, там специи, хмели туда-сюда. Мы не добавили, брат? Более чуть-чуть по-чеченски сделали. Все, зелень. Петрушка, кинза, укроп. Все, добавим.
мы до вашего приезда промыли это все. Так что у нас чисто все. О, запахнуло. Да. Запах пошел, да? Это горький перец, не такой острый. Ну, нормально. Такой сочный выглядит. Угу. А, подержу? Где я сейчас это? Григор, сколько лет был, когда ты начал вообще в спорт пришел? 7 лет. 7 лет было, и вот 7 лет, брат, да, вот сегодняшний день, сегодня мне 29 первый лет. Первый какой вид спорта? Первый был тэквондо. Да? Да, тэквондо. Сам хотел или там родители? Да, там сначала отец заставлял, да? Да, с братом ходили. Угу. Брат ходил на дзюдо, я на тэквондо ходил. Угу. Потом вот так, брат, прошло время. Начал любить этот спорт. Потом перешел в тайский бокс. Uh-huh. Где-то 12 лет был в тайском боксе, сборной России был. Uh-huh. Да. Ну, основной тайский бокс, да? Да, основной, да, тайский бокс, брат. Мы тоже знакомы лет 5, да, уже, если не ошибаюсь, да, будет? Да, уже вот так. Или 4-й год, да, где-то 4 года. Да, приезжаю, да. Наше блюдо готово, посыпали последнюю зелень. Теперь уже попробуем, что как получится. И есть люди, которые дегустируют. Слов нету. Сделано от души. Давай, брат, попробуй. Добрый. Попробуй. Как тебе? Вкусно. Друзья, получилось идеально. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки. До новых встреч. Ассаламу алейкум.